времени. Ваши смски всегда невозможно понять. Да бросьте, я же не двоечник. Да вот, сами посмотрите. Как это получилось? А мне вы вчера написали: Сет, зайди ко мне на минеточку. Вот видишь, это не я, это автозамена. И где тут знаки пунктуации? Все лезут эти дебильные желтые рожи с языками в солнечных очках. Это смайлики. Да, да, вот, они самые. Как только закончится сюрприз для новобрачной, мы вступаем. На всякий случай держи мобильный под рукой. Я тебе наберу и скажу: пора. Можно просто смс-кой? Нет, только не смс-кой. Нет, ну зачем так искать? Конечно, согласен. Вы получили мое сообщение? Я вам даже на него ответил. Да, вы написали: напишите, когда приедете, и я сразу слежусь с вами. Нет. Да. Это какой-то кошмар, это чертова автозамена. Я и подумал, мы не настолько близко знакомы. Да уж точно не настолько.